Немного детям еды привезли. Здравствуйте. Чего вкусного привезли, проходьте. Числа десь трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привет, як ваші діла? Кулачок. А можемо води лежить, а роздавати будемо, щоб потом по-чесному всім оплатити? Можна? 2 марта. Ні, не считайте, скільки считайте. Уже пересчитались. Чуть-чуть хотим домой. А дома, судя по всему, нет.